И снимает, да. После Пасхи очень весело заниматься покраской яиц. Дим, что ты делаешь тут? Дим, ну не надо кидать сюда. Тарелку. Вот. Покраска яиц продолжается, да? Продолжение следует. Что сказал? Переведи. Тут уже чуть-чуть вон они покрасились. Получаются такие вот. Не трогай! Да не трогай. Ну, пап, ну не только с зеленым, а. Давай. Ну возьми еще цвет. Да они у тебя все зеленые, в этом и проблема вся. Да и это. В этом все как раз и проблема. В прошлый раз они у тебя все зеленые были. Да как в зеленке обмотанные. И в этот раз все зеленые. Зачем ты отдал еще одного яичку, пап? Кстати. Дима, посмотри, какие красивые яички. Разных цветов. Смотри, какие, пап. Видишь? Разных цветов. А у тебя один все зеленый, другой весь вот красный. Вот этот зеленый, вот этот. Сейчас синий. Там фиолетовый еще есть у тебя. Вот такие яички у нас получились. Смотрите, какая красота. Какие-то прям узоры такие нестандартные. Можно прям целые пейзажи, картины находить в этих яичках. Какие-то вот фиолетовые, как будто вот он. Как травка какая-то. Какие красивые. Это Димины яички. А вот здесь находится папина. Папа, походу, у нас в депрессии находится. Поэтому у него какие-то кроваво-зеленые. Тут уже я ему подкрашивала немножко, чтобы хоть как-то разнообразиться. Ну, вот они. Какие-то непонятные яйца. Неизвестные.